В этот солнечный день хочу поздравить всех крымчужан с наступающим Новым годом. Желаю в наступающем году всем самое главное здоровья, удачи, успехов каждого человека в своем деле. Чтобы в семьях радовались дети, чтобы побольше было достатка у людей. И, конечно, очень хочется отдельно поблагодарить всех крымчужан, которые приходят болеть за футбольный клуб «Кремень». Ждем вас всех на стадионе, на решающих играх, которые начнутся весной. И все силы приложим для того, чтобы «Кремень» был в первой лиге. Всех с Новым годом!